Начались длинные выходные. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, продлятся они по 7 ноября включительно. Объекты жизнеобеспечения продолжат работу. Прежде всего, это продуктовые магазины, больницы и поликлиники, включая частные. Не закроют и пункты вакцинации в медучреждениях. У тех, кто откладывал на потом, будет отличная возможность сделать прививку от COVID-19.